Привет! Я официальный символ Челябинска – верблюд. Сейчас я расскажу вам о некоторых достопримечательностях своего города. Начнем с площади Революции. Площадь Революции – главная и наиболее известная площадь Челябинска, расположенная в центре города. Опознавательный знак площади – это большой памятник Владимиру Ильичу Ленину. Следующая у нас будет Кировка или Арбат. Прогулочный маршрут весьма примечателен. Здесь и объекты историко-культурного наследия, нулевая верста, необычные памятники современного Челябинска и расположенные в разных частях улицы бронзовые скульптуры. Помните, в 2013 году упал осколок метеорита? Так вот, он находится в Государственном историческом музее Южного Урала, который жители и гости Челябинска больше знают под названием Краеведческого музея. Одними из ключевых экспонатов как раз-таки является этот метеорит. А также в музее хранятся останки морского ящера мозазавра, найденные на территории Челябинской области в 2014 году. Так, пойдем дальше. По списку у нас зоопарк. Челябинский зоопарк сравнительно молодой. Его история началась в 1992 году. Постоянные жители зоопарка – хищные птицы, приматы, крупные кошачьи, медведи, мелкие хищники Урало-Сибирского региона, обитатели тропиков, парнокопытные. И еще одной из значимых достопримечательностей Челябинска является памятник Курчатова. Это памятник знаменитому физику-ядерщику Игорю Васильевичу Курчатову. Ждем вас в прекрасном уральском городе Челябинск. Мы уверены, вы не пожалеете о своем выборе и получите массу положительных эмоций. До встречи!